Привет, пойдем. Тебя отошлю так, что ты забудешь об этом. Да, Ваня, так ты договорился? Да. Умница ты, Ваня. Мир, ну ладно. Я говорил, кстати, что должен был идти два. Ну-ка, расскажи, расскажи лучше. Расскажи по порядку, Стоп, по порядку. Стоп. Значит так. Вы ушли. Только на русском языке. Да. Вы ушли. Да. Стою, что уйдем. Да. Потом слышу, идут шаги. Открывается дверь, и входит она. А сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды. Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал. И все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь бы что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Кубаться! Ребят, а вода какая холоднющая, а? Да, вода холодная. Витя, ну что, догнал? Ребят! А согласитесь, что Тоня сегодня тоже замечательно плавала, правда? Факт! А я? Ты тоже факт. Петь, я спрашиваю, плавал как? Как большой театр. Ну это как? Большой театр. Бошка не идет. Сел опять за книжки, своей есть ему говорить не хочет. Ира, положи каши, я ему отнесу.
Как вы пойдете относить ему каши, хоть он сам не хочет прийти? Да, что в этом такого? Нет, ничего. Как? Вы пойдете относить ему кашу, хоть он сам не хочет прийти? Да, что? Ничего. Раскачиваем и в реку? Ни в коем случае! Это дело деликатное. Хорошо, что мы его вытащили сюда. Воздухом пускай. Что толку-то? Что толку? Все равно сидит как проклятый. И ночью сидел. Давай. Значит так, ребята. Наташка здесь ни при чем. Он от нее пятится. Да он потому и пятится, что при чем. Двайли, мы думали, он из-за нее работать не будет. А тут наоборот подействовало. Канаты не оттащишь. Помяните мое слово. Через несколько дней он свалится. Ребята, стоп. Что? Что? Да ведь может же быть другая причина. Ребята, но Эврика, иногда, если он слишком близко принимает к сердцу, что у нас сплав не ладится. Костя, мы все близко принимаем к сердцу, что сплав не ладится. Но он не такой парень, чтобы после 18 дней работы выйти из нормы. Значит, не понял. Так, ребята, слышишь? Дело в Гоше, не в Наташе. Да знаю, я просто знаю, что... Тихо! Ты знаешь, придумал уже что-нибудь. Ирка, что делаешь после завтрака? Посуду мою. Отстань. Перезанимается. Петр, если так дальше будет продолжаться, это кончится шествием с ума. И он думает, что мы позволим ему заниматься в таком состоянии. Стоп, 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 стоп. Снимай штаны, волейбол! Костя, мяч быстрее, соседи, волейбол! Олег, волейбол играешь? Ну-ка, лови мячик-то. О, мячик держит, играет за эту команду. Дали мяч сюда, первый там. Команде слабаков. Пискут. Привет, привет, привет. Команде Хлебника. Пискут. Ура, ура, ура. Что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. Свидания, мальчики, мальчики,
постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки вместо свадеб, разлуки и дым, нашей девочке платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетника, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Да ты все врешь! Врешь! Никто никогда обо мне не думал, все всегда думают только о себе. Да и врут, что мы думаем о других. А почему я должен думать о других? Почему? Почему я должен думать об испанцах, которые жгут монастыри? Почему я должен думать о голландцах, которые восстали на крейсере? Почему я должен думать о тёлке для бескоровного крестьянина? Почему бы ему самому о ней не подумать, а? Да даже наши родители, когда давали нам жизнь, думали не о нас, а о своих любовных утехах. Что говорить о других? Спокойно, спокойно, спокойно. Врёшь и всё, ведь врёшь, а? Другие думали, когда шли сибирским трактом в 60 градусов мороза с железом на руках, думали о нас. Когда по 30 лет сидели в каменных ямах, думали о нас. В последние минуты ведь думали о нас. И я не забуду. Я живу, я дышу, я ворочаю. А вот когда мы сделаем что-нибудь, уж больно хорошо. Вот тогда я тихонечко говорю. Вы слышите, родные мои? Вы видите, родные мои? Эх ты! На Комсомольской даче имени Клары Цетки и Розы Люксембург вечер отдых. Сегодня у нас танцы, викторины, игры, концерт. И вообще вечер, луна, звезды и, конечно, любовь. В связи с тем, что у нас сегодня вечер отдыха, будем безмятежно веселиться. Значит, аттракцион. Объясняю правила, очень простые. Одна рука поднимается правая вверх, другая левая перед собой. И на счет три с максимальной быстротой вы должны коснуться правой ладонью левую вместе со мной. Итак, весь зал поднимает правую руку вверх. Ну все поднимают правую руку вверх. Я же отсюда все вижу, кто поднимает, то нет. Левую перед собой. Вместе со мной, на счет три. Раз. Два, три! О! У вас призовая игра. Показывай, что ты положил.
шутки кончились. Все. Ну что ты ходишь за мной по пятам, а? Ну поговорим, Гош. Мы ведь друзья с тобой. Открой мне свою грудную клетку. Темно там, понимаешь? Темно, все! Луна будет, Гош! Не будет никакой луны, все, отстань! Вообще, посветлее не будет. Здорово забрал. Здорово. Врезался? Врезался. Ну а что ты тянешь-то? Открывайся, крой. Не могу. Ты что думаешь, она сама что ли будет объясняться? Да, не будет она. Ну мне что ли объясняться? Что, с ума сошел? Ну а как будет, Гош? Я знаю. Тихо. Давай сначала. Здорово забрало-то. Здорово. Врезался? Врезался. Ну а что ты тянешь? Слушай. Хватит! Черт, ну что же это такое-то, Господи? Ну ты пойми, что я как подумаю о ней, мне и подойти к ней хочется, и за руку взять ее хочется, и обнять ее хочется, и поцеловать ее хочется. А как увижу ее, как деревяшка стаиросовая, дервенею, ничего поделать с собой не могу. И поэтому ты прячешься от нее. И поэтому ты день и ночь сидишь за книжками. Я из-за Берилья сижу. Из-за Берилья. Из-за Берилья. Из-за сплава. Да из-за нее да я сижу. Вот же, ну вот же, Гошенька, это что ж получается-то? И не Берилья, и да, не Наташки. Да. Из-за сколько, как сегодня? Да, из-за сколько. Ну как же будет-то? Не знаю. Давай. Вот что он мне делает. Да как что? Сегодня возьми и объясни с Наташкой. Нет, сегодня нет. Тогда это сделает за тебя Олег, и ты как Костика опоздаешь. Я не смогу. Сможешь, я тебе помогу. Сегодня нет. Сегодня. Именно сегодня и только сегодня. Я скажу Наташке, что тебе надо с ней поговорить. Она найдет тебя, соответственно, настроенная. А когда найдет, тогда ты должен действовать. Ведь я ничего ей не скажу. Говорить ничего не нужно. Нужно действовать. Садись. Сядь. А вот теперь слушай, крепко запоминай. Значит, она придет. Она. Сядь рядом. Не могу. Через не могу. Я не могу. Ладно, я ей скажу, чтобы она села рядом. Хорошо. Села. Села. Вот села. Вот села. Вот когда она села, начни нейтральный разговор, связанный с обстановкой. Какой обстановкой? О звездах. Можешь поговорить? Могу. О звездах могу. Я до утра могу. Вот не надо до утра. Чуть-чуть поговори о звездах. Чуть-чуть поговори о звездах. Потом ты тихонечко кладешь свою ладонь на ее пальцы и гладишь. Не буду. Молча. Молча. Клади. Берешь, кладешь. Гладишь. Вот. И вот если она тут не отстранилась, берешь ее ладонь и прислоняешь к своей щеке. Перестань гладить. Ну, нежнее, не волейбол. Так. Вот, и вот если тут она не отстранилась, хватай ее в охапку и целуй. И помни, что тут уже не отступай. Она сейчас же начнет говорить, не надо. Но ты не обращай внимания. Это всегда так говорится, имеет такой же смысл, как здравствуй или спасибо. Понял? Все, я понял. Все. Нашей программы концерт. Чуть не опоздал. Выступает сводный хор оркестр Комсомольской дачи имени Клары Цеткин и Розы Люксембург.
Полюшка, Поля. О чем ты хотел со мной поговорить? О звездах. О звездах? Да. Ну давай о звездах. Да. Понимаешь, Наташа, звезды можно изучать при помощи спектрального анализа. Да? Да. Причем, ведь они же не одинаковые, спектры-то. Их можно разделить на 4 четких типа. И каждому типу соответствует своя особая краска. Вот, допустим, к первому типу принадлежат такие звезды, как Сириус, Вега. Эти звезды имеют семицветный спектр, пересеченный 4 черными резкими полосками. Ага. Наличие таких широких полос говорит о том, что поглощающий слой у этих звезд находится под большим давлением. И еще эти полосы характеризуют водород.
Сашка. Какой же ты глупый парень. Дались тебе твои спектры. Смотри, вечер-то какой. Гош, смотри, а вон, вон на том берегу люди костры жгут. Хороводы водят у пламени. Гош, а у меня щеки как горят. Ну, иди ко мне, пожарный ты мой. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Начал ей про звезды рассказывать. Ну правильно, про звезды. Про водород. Про атмосферу поглощающего слоя. Да ведь я все время думал об этом. Ведь плавить-то нужно под давлением. И именно водород нужен, ведь он не реагирует с бериллием. Ну, а если довести давление до 100 атмосфер? Ведь это отодвинет точку кипения магния. Подвинь, так что и требуется! Петька! Гоша! Гошенька, вылезай! Это не самолеты, Гошка! На поезд начну успеть! Конечно успею! Зови ребят! Зови! Ребята! Ребята! На рыбалке у реки тянут сети рыбаки. На козе плещет рыба, словно рыба серебра. Здрасте. Я в последнее время очень много думал. Я просто как в воду опущенный хожу. Много надумал. Ну не надо сейчас петь, а? Ребят, я понял, что я был неправ. Простите меня и возьмите обратно в бригаду. Нет. Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд. И мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. Он дельный парень. Ну, раз дельный, значит, надо брать. Там не надо. Сиди, вот, инженеров отталкивай. Ребят, мы же металлы переплавляем. Неужто вы думаете, нам не удастся переделать Олега? Он плевал тут на нас. Дрожь нас не ставил. А теперь, когда работа на стадии завершения, он возвращается. Гоша, я против. С его позиции выступаешь, Костя. Против него выступаешь с самовыми ногами на его позиции. Дряненькая личность самолюбия. Ребята, давайте его присобачим. С возвращением блудный, сейчас я присобачу. Все, потом, по местам. Что, начали? Начали.